Всем привет, мои дорогие печеньки, с вами я, Стопфайр, и сегодня мы будем снимать ролик по The Strongest. Вот. Ой, блин, мы сошли сразу же, катка. В общем, мы уже играли очень много, и мы просирали, поэтому мы решили переснять этот видос. Вот, если сейчас жесткий чел. А, ну мы одни. Победа? А, ну получается, что да. Победа. Блин, прикольно. Ливнули. Палец вниз хотела показать. Ну ладно. Плайки, плайки, нет. О, не! Погоди, мастера, мастера, биту или гару? 1, 2, 3. Ну тогда на бите. На бите поиграем. В чем? Я научился. А, ну и сюда. В принципе, был вариант. А чё, как обычно, как в прошлом раунде? Или. А, это чилы, которые стоят на месте. Ничего. Играем как гиперспортсмен, день первый. Опа. Хорошо. Нет. А он спамит, он спамит. Спамер гадкий. Все, готов. Убил. Так, следующий. Сразу же из-под тишка-то, а? Как будто не может нормально. А чё два сразу же на одного? Уже ульта, кстати, есть. Ой, ой, он молодец, он знает об этом случае. Сигма. Арбуз стал сигмой. Это перехват, это нечестно. Не считалось. Не считалось. Не считалось, это перехват. Это было несправедливо. Фу, говно сутулое. Перехват. Нет. А, ну все, гейм. Да я ж пошутил. Ну ладно, ничего, сейчас отыграемся. Начали хорошо, а закончили плохо. Расслабились. Ну а чё? Комбо не получилось, не заскамила я его на каунтер. Ну нифига. Чё? Чё вы хотели? Ладно. Не-не-не-не! Вы, я бы
выпустите меня отсюда, я не хочу с ним. Пошли на другой край, быстрее. Спасибо. Хотя бы не с ним. А, ну пока что у нас низкий ранг, поскольку мы просрали кубик. А так... Вот, будем играть за пельмешков. Ом за свет, о, невер... Давай, да, мы сможем, у нас получится. Ты что-то меня бьешь каждый раз. Бесишь. Они не шарят! Помоги! Это что за шайтан-машина? Ты как мы сможем? Объясни мне. Это шайтан-машина. Объясни, как мы сможем. У нас не получится, ты понимаешь? На данный момент ничего не получится. Да блин. Он по пояс в блоке все видит. Не, ну я умираю постоянно. Это несправедливо. Почему нам то хорошие попадаются противники, легкие, то мега-турбо сложные. Ударь его. Ну зачем меня, братец? Да он мега круто играет. Ты чё? Мы с ним играться. Он мега хорошо играет. Поймите это. Вот видишь, все, ГГ. Ну я тоже. Давай. Так, простите, у нас тут баг случился, поэтому мы случайно вырезали один кусочек. Простите. Короче, мы не умеем играть. Мы мега-аборигены. Ну вот видите, мы уже сколько каток профигарили? Две. В прошлый раз нам попались гиперспортсмены. Юта. Юта, иди ко мне. Нет, не подрубай режим киберспортсмена. Меня подрубило. Юта подрубила режим киберспортсмена. Ты готов? Зачем ты меня сбил? Юта. Да не надо, не подрубай режим киберспортсмена, умоляю. Меня-то зачем ты избиваешь? У меня тут машина комбо получилась бы. И ты меня убил, можно сказать. Не-не-не. У меня Wi-Fi. Серхио Рамос, давай. Там он, как обычно, сделал свою говняную комбо. Нет! Я почти. У меня, кстати, уже ульт есть. Вот, поэтому мы не проиграем. Давай, пофиг уже. Опа.
Джон Сина! Себя, у нас все получилось в кои-то веки. Вот, ну, в принципе, потненькая игра была. Хотя нет, сказал бы. Но в любом случае, Юта был слабый. Не знаю, Юта был слабый, очень слабый. Прям Юта без понятия. Вот. Ну, как, кстати, оцените мою игру на бите? Достойна она или нет? А то играю я как-то, мне кажется, не очень на бите. Вот, ну, чисто мне бита нравится, потому что она сбалансированная, то есть каунтер можно заметить, от него можно убежать, его можно заблокать, ну, то есть, чтобы тебе не нанеслось урона, когда он прыгает на тебя, в плане, ну, если никто не ударил. Короче, одни плюсы. Не знаю, как вам. Wi-Fi 3000, блин. А чё это? Чё за маг? Чё за маг такой? Ах ты ж! Дрянь. А у меня Wi-Fi! Слышь, ты чё такая дерзкая, а? А? У него либо пинг плохой очень, либо Wi-Fi. Не знаю, как это объяснить. Ну, он реально лагает. И я лагаю. Я даже не знаю, каким образом он это сделал только что. Да нет! Я того уже добить хочу. Поймал. Да блин, он сайдэшнулся. Что? Мы тут этот, как война миров какую-то делаем. Фигня. Ай! Ай-яй-яй. Малец. Я просто залагала, это неплохо. А чё? А, у меня блок неправильно зажался. У меня блок зажался. Так, хорошо. Я тебя застилю. Ну всё? Так, помог тебе. А тот чел, ты его уже убивал? А, нет, походу. Ой. Я случайно. Тот скилл у меня. Каунтер, ты что, издеваешься? Тупой. Кого мне направиться? Ой, босс KFC, не трогай меня. У него ульт, у него ульт. Так, сейчас его очередь. Да, я угадал. Я прям далеко уйду, чтобы он меня не достал. Ой, нет!
там есть прыгунка. Да. Но у меня есть еще одна. Я себя убил, я не знал. С Роджи. А он меня забрал. An hour later. Нет, я буду ранить. Ну все, он меня убил. Да. Да ладно, всем похуй, ты че? Меня убили. Так. Так, ну давайте это последняя каточка, а потом закругляемся, потому что, ну реально. А то у меня сейчас уже, ну, как бы киллов не так уж и много теперь. Потому что мы все пропфукали. Пропофукали. Так. Давайте. Закадочка. Закругляемся после этого. Надеюсь, вынесем. Блок! Это ему просто повезло. Все, меня отшлёпали. К сожалению. Но в любом случае у него мало хп, и он просто сдох. А, все? Застигнем? А, понятно. С камер-каунтером. Еще у стенки любит побыть. Но я не знаю, кто он тогда такой. У меня лагает. Ладно, просто быстро закончим. Эль Примо! What the fuck? Ладно. Вот такой вот у нас ролик получился. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Очень было приятно, что вы посмотрели этот ролик, если вы его посмотрели. Вот. Пишите комментарии. Предлагайте идеи для новых видеороликов. В общем, с вами был я, Stopfire, и мой дорогой друг ПрессФ. Спасибо за внимание. Всем пока, печеньки.